есть определенный тип музыки. Вот молодежь сейчас с ума сходит по рэп. Рэп-музыка. Слышали такой, да? И другие. Тяжелый рок, металл и тому подобное. Просто они просто, ну, все просто, ну, как на наркотике сидят. Но это и есть просто образ наркотик. И что самое интересное, вот если понаблюдать развитие того же самого молодого человека и посмотреть, что вот он с ума сходит от того же музыки, допустим, он растет, меняется, немножко двигается вперед, если он выбирается, он потом эту музыку слушать не может. Он или она удивляется, как они могли такую гадость слушать. Но в тот момент их никто ничего не докажет, что это плохо, потому что почему? А потому что в этот момент они проходят через определенные эволюционные стадии. И вот эта музыка, качество резонирует с их качеством. И поэтому, когда идет такая музыка на них воздействие, они сильно плавают в радости, удовольствие точнее, и ловят кайф от этого. Так вот, вы думаете, не знают, что такая музыка оказывает влияние на детей? Знают. Но, тем не менее, несмотря на то, что знают, что такая музыка влияет, эту музыку массово распространяют, раскручивают по всему миру. А почему? Потому что с помощью этой музыки позволяет развить, влиять на ребенка и не допустить его движения вперед, чтобы он не прошел эту фазу разумного животного, чтобы он навсегда остался в этой фазе. Потому что разумным животным управлять легко. У него инстинкты. Кинем кусочек косточки, он сейчас, потому что у него есть инстинкт подавить. Все.